Сегодня у нас такая история. Ночевал я в Улан-Удэ и потом поехал на Байкал. Мне нужно было там проехать около 100 с небольшим километров, чтобы поставить палатку. А зимой я собирался пройти 110-й зимник. Здесь, собственно, как раз его начало. Это первый брод через Баргузин. Вот, в общем, сюда я решил все-таки загонять на разведку, посмотреть на брод, ну и заодно прокатиться, потому что у меня было время. Вот, это около 500 километров на север от Улан-Удэ по восточному берегу Байкала. Ну, собственно, брод я посмотрел, вода достаточно высокая. Вот, ну, для меня было большим удивлением увидеть здесь базу. База такая очень солидная. Я как бы переживал, будут ли вообще здесь люди и будет ли здесь что-либо. Вот здесь оказалась база. База с лечебными водами, горячими источниками. И, в общем, я сегодня ночую не в палатке, а в самом настоящем корпусе. И буду купаться в теплом озере. Чуть позже покажу. Вот еще, для чего я камеру-то включал, чем я хотел сказать. Собственно, к 110-му зимнику, который идет с восточной стороны Байкала на Бам. Это около 200 километров. Я готовился зимой. Хотел его проехать, ну, проехав в пустыню Гоби, в Монголии, я понял то, что багаж у меня очень тяжелый, да и мотоцикл у меня тоже нелегкий, ну, мотоцикл еще куда ни шло, а вот багаж, с багажом, конечно, перевес. Я отказался от идеи ехать БАМ, тем более ехать 110-й зимник, и думал, поеду спокойно отдохну на Байкале, потом на Алтай вернусь, покатаюсь. Ну, что-то сегодня какие-то у меня появились сомнения. И решил посмотреть хотя бы на брод первый через Баргузин и хотя бы побывать у начала этого 110-го зимника. Вот, ну, сегодня я сюда приехал. И завтра утром я пойду на разведку. Небольшой осмотр. Здравствуйте. Майки, вы откуда? Из Воронежа. А, из Воронежа, что ли? Ничего себе, не знаю, вас
общем, вода вот так, выше пояса. А не то чтобы переезжать, а даже перейти. Три раза пробовал, даже перейти не смог. Вот так вот.